Новый объект. Это Астрахань. Вот так вот сейчас все выглядит. В очередной раз здесь все утонуло. Это Астрахань, ребят. Уже можно ходить спокойно. Дождик прошел у нас. Сейчас водичку качнем. Начнем завозить опалубку и бетонировать стены. Основной сложностью на этом объекте было отсутствие возможности поставить бетоновоз в непосредственной близости. Бетон возили тележкой. Опускали вниз при помощи штабелера. За день таким способом удавалось принимать 2,5-3 куба бетона. На следующий день уже снимали опалубку и переставляли на следующую захватку. При бетонировании стен особое внимание следует уделять качеству укладки бетона. При недостаточном уплотнении могут образовываться пустоты. Для уплотнения бетона мы используем глубинный вибратор. Уже здесь сухо. Сейчас бетон будет набирать прочность. Швы примыкания пола со стеной герметизированы при помощи пенетрона и пенекрита. Теперь это абсолютно сухое помещение на долгие-долгие годы.